Вот доказательство любви – крест. Найвищее доказательство Божьей любви. Найвищее доказательство любви Божьей нам не найти – крест Божьей. Ты испытываешь дефицит в любви, твои родители тебя не любят, твои сестры не любят, твои братья не любят, о, меня никто не любит. Посмотри на крест! Крест – наивысшее доказательство Божьей любви к тебе. Аминь. Выше креста не найти. Доказательство. Это высшее доказательство. Аллилуйя. Последнее место откроем Матфея, 5 глава. Матфея, 5 глава, 23 стиха. Матфея, 5 глава, 23 стиха, по 26. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, что и соперник не отдал тебе слуге, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю вам, истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта. Аминь. Я исповедовался и хочу сегодня еще напомнить, особенно тем, кто думает, что пастора, они прячут крылья под рубашку. Недавно, сравнительно, недавно, у нас было такое в семье с женой. Знаете, такая, когда искры летят. У вас такое не бывает. И знаете, что случилось? Пусть она просит прощения. Она же виновата. А несколько раз в жизни вообще просила прощения. Я могу сосчитать на пальце. А я все время прошу прощения. Пусть этот раз она просит прощения. И вы знаете, что случилось? Ой, я так чувствую себя завода, потому что моей супруги нет. Проходит день, и она не подходит. Она пошла спать, как будто ничего не было, я пошла спать. И не разговариваем. 24 часа. Потом приходит следующий день, я по обновлению своему молюсь, промашки моя свое Паша, Боже, благодарю Тебя, я славлю Тебя, такой прекрасный. А Духа Святого в это время, Боже, я прошу Тебя, ты такой. Слушайте, Бог не собирается играть на твоих играх. По твоим правилам. Нет. Бог не собирается играть игры по твоим правилам. Аминь. Проходит вечер, и у меня картина вере. Ой-ой-ой, это меня сильно помогает, брат, сестра. Я не знаю, как тебе, но я должен рисовать, что я сделаю, что я скажу, как я подойду, иначе меня не получается. Я нарисовал себе, как это все будет выглядеть, что скажу, что не позволю себе сказать, что себе не позволю делать. И вы знаете, тот день я сказал ей, слушай, если у тебя есть другие варианты, у меня их нету. Нам же жить всю жизнь. Прости меня. Брат, сестра, ты со мною? Аминь. Аллилуйя. Иисус Господь.
взаимоотношения будут переживать, если по меньшей мере есть одна сторона заинтересована в спасении взаимоотношений. Аминь. Братья и сестры, это важно. Это важно. Мы страдаем чаще всего от чего? От того, что у нас нарушены взаимоотношения с кем-то. Испорченные взаимоотношения. Ты идешь на работу, ты кушаешь, ты идешь спать, у тебя оно ноет, 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 ноет. Почему? Нарушение взаимоотношения. Аминь. Если ты пропустил, вот просто сегодня это уже последняя проповедь в этой серии проповедей. Мы начали в январе говорить о взаимоотношениях. Вот сегодня завершаем. Если ты пропустил, есть у нас канал в YouTube, ты можешь набирать. Спросить брата Сергея в конце, как набрать это место. Церковь на скале и все. Церковь на скале, да? Или Church on the Rock, да. Церковь на скале? Или Church on the Rock. Или Church on the Rock, на английском. Church on the Rock. И там есть записи проповеди именно о взаимоотношениях. Мы говорили о взаимоотношениях. Принципы, как их строить, что мешает. Можем встать наши ноги. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, Бог чудесный, Бог верный, Бог сильный. Ты любящий Бог. Ты любящий Бог, для которого нет ничего невозможного. Начни общаться с Богом. Начни общаться с Богом. Аллилуйя. Открой ему твое сердце. Если кому-то нужно сегодня прощать всего сердца, сделай это. Это то время, это то место. Отец во имя Иисуса. Ушкида ла бросида номер глобанда искито рондаре мурусия. Рондаре мурусия ла мрондаре мурусида ла мрондаре искито рондаре. Сида румаранды кера мурусида ла мрондаре. Шида ла мрондаре. Спасибо тебе, Господи.
Я знаю пути, куда мне идти.
представляем на Твоего Слова. Ты достой всей хвали и чести. Ты достой, Иисус. Ты достой. Будем прославить вместе Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Будем присесть. Господь, вы, наверное, заметили, что все проповеди, которые сейчас проходят, они ведут в глубину. То есть и Бог говорит о глубине отношений церкви. Он хочет, чтобы мы изменили свое отношение к Нему во всех сферах. То, что сейчас заканчивается серия проповедей о взаимоотношениях, это важный момент, этап жизни христианина. И поэтому мы будем говорить и о пожертвованиях. Сегодня я хочу сказать немножко с другой стороны, более глубоко. Потому что основная проблема религии в том, что мы ко всему относимся очень поверхностно. Мы об этом знаем, об этом знаем, об этом знаем и не хотим углубляться. А Бог хочет этой глубины. И поэтому сегодня давайте посмотрим на пожертвования немножко с другой стороны. Вы знаете, что все мы, все, что есть в этом мире, оно принадлежит Богу. Как художник, который нарисовал свою картину, он имеет полное право и власть над своим творением. Также все, что мы имеем в нашей жизни, наше тело, мы как личность, наша семья, здоровье, таланты, ну и чего бы мы ни коснулись, это все дал нам Бог. Также Он искупил нас от рабство греха, в котором мы находились до того, как мы пришли к Нему. Он купил кровью Сына нас для Себя. Но мы должны понимать, что Бог был так щедр к нам, что все, что Он создал, эту землю, все, что наполняет ее, все, что мы имеем, Он так щедр, что это Он все дал, отдал нам. Отдал эту землю, отдал нашу жизнь, дал нам это право выбора, и Он был так щедр к нам, что Он позволил еще быть не просто Его собственностью, да, то есть Его творением, но и стать через Иисуса Христа Его детьми. И поэтому, когда мы жертвуем, когда мы приносим наши пожертвования, я прошу, чтобы мы делали это прежде всего с благодарностью за Его щедрость. Не только это относится к финансам, потому что мы зачастую думаем, что слово о финансах, оно направлено только на то, чтобы получить больше денег в кассу. На самом деле Бог обращается к своим детям, чтобы они жертвовали не только деньги, свое время, свои какие-то таланты и все остальное. Он хочет, чтобы мы из благодарности, я именно подчеркиваю, из благодарности делали все, что мы делаем для Него. Служили, жертвовали и жили именно для Него. Да. Аминь. Поэтому давайте всегда помнить об этом, что это не ритуал, это не какой-то обряд, это благодарность нашему Господу. То есть и Ему не нужны эти деньги, Ему нужно только наше сердце. Поэтому давайте будем все делать, углубляться в отношения и делать все с глубиной сердца во имя Иисуса Христа. Да, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам такую привилегию, благодарить Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни, что мы можем как-то проявить свою любовь, свою благодарность, свое доверие Тебе, Отец. И мы приносим от чистого сердца все, что взяли в руку свою, приносим Тебе, перед Твои ноги. Мы любим Тебя, мы почитаем Тебя, мы помним обо всем, что Ты делаешь в нашей жизни, мы видим в каждом нашем моменте жизни Твою руку, Твою любовь, Твою заботу, Твое обеспечение и Твою силу, Господь. Благословляем этими пожертвованиями Тебя и просим, прими этот дар от сердца во имя Иисуса Христа. Аминь.
седу мой Господь благой. Аминь. Что касается объявления, у нас просто ваше внимание минуточку. Что касается объявления, завтра у нас будет братское собрание, приглашение всех братьев на 7 часов вечера. Если у тебя есть какие-то вопросы к пастору, пожалуйста, я жду тебя завтра в офисе церкви с 6 часов вечера. Можешь приходить, пообщаемся, если какие-то вопросы есть, не позволишь, чтобы пришли подозрения лукавые. Вот. В среду в 6 часов вечера молитвенное собрание, а в 4:30 женское служение, женское общение, тоже в детской комнате здесь всех сестер, кто желает. Моя супруга ждет вас в среду в 4:30 в детской комнате. На вашей группе у нас по четвергам, по вторникам расписание. При выходе можете прочитать на стенде, какие домашние группы есть. Если ты еще не имеешь твою домашнюю группу, ты можешь посмотреть, какая домашняя группа ближе к тебе по расположению. Да? Ты можешь приходить в разные домашние группы, посетить разные домашние группы и определиться, вот здесь я чувствую себя дома. Вот. И в субботу, пожалуйста, напоминаю вам, у нас будет в субботу семинар домашних групп, приглашаем Карлова, и кто почувствовал этот клик в своей душе. Начало 10 часов утра до 14:00. Воскресенье 4 собрания, 8 часов на английском, в 11 на русском языке, в 3 часа на английском с переводом на русский язык и в 6 часов вечера на испанском языке. Также с каждого воскресенья в 6 часов вечера перед областной администрацией есть молитва разных церквей. Молимся об Украине, о мире в Украине. Каждое воскресенье начинаем в 6 часов вечера. Церкви молятся, потому если тебе есть время, приходи. Господь благослови вас. Можем оставить наши ноги. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за Твою милость и любовь. Что Господь, Ты Бог, который никогда не подводишь, Ты Бог, который всегда верный, Бог, который всегда рядом, Бог, который никогда не бросит. Аллилуйя, Боже, благодарим Тебя. Мы не перестаем восхищаться Твоей любовью, Твоей милостью. И не дай нам забыть Твои благодеяния. Аллилуйя, благодарим Тебя, Боже. Аллилуйя, Ты чудесный Бог. Тебе, Господь, одному да будет вся хвала и честь. Я присвою, Господь, Твое благословение на церковь Твою, в жизнь каждого брата и сестры, в жизнь каждого мужа и жены, в жизни детей. Присвою, Господь, Твое благословение, Господь, на работы, на учебы, именем Иисуса Христа в бизнесе, Твое благословение, Господь, именем Иисуса Христа, чтобы нам исполнять Твои обязанности, чтобы нам исполнять Твои обязанности. Господь, чтобы нам исправиться, Господь, в управлении домашних своих. Отец, во имя Иисуса, аллилуйя, мудрость свыше для каждого мужа. Отец, да, Боже, радость свыше для каждой жены. Господь, духом ты мудрость и откровение, Господь, и просим Тебя наполнить церковь Твою. Духом откровения, духом премудрости, духом разума, духом совета. Делим радости Твои, наполни церковь Твою, жизнь наших детей. Во имя Иисуса благодарим Тебя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. И желаем вас прекрасной недели. И для тех, кто знают, по поводу лагеря сейчас будет тренинг вместе с Богом.